Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Криптостолица. Меня зовут Екатерина, и сегодня мы ведем диалог с очень интересным человеком. Его зовут Ярослав Кабаков. Давайте Ярослав сейчас расскажет о том, чем он, в общем-то, занимается, и мы продолжим задавать интересные вопросы. День добрый. Что рассказать? Являюсь заместителем генерального директора инвестиционной компании «Финам». Могу рассказать немножко для криптостолицы о тех интересных продуктах, которые у нас разрабатываются в рамках международного холдинга, о тех продуктах, которые сейчас, наверное, будут являться основополагающими в развитии криптоиндустрии. Ну, я имею в виду, в первую очередь, в торговле криптовалютой. Очень здорово. Ну, давайте, раз уж наш разговор зашел о продуктах, давайте вы в двух словах расскажете, что это за продукты, с чем они связаны. Ну, отмечу, что сейчас, конечно же, существует у многих инвесторов большие трудности, связанные с обменными операциями, особенно если это инвесторы из России. Соответственно, есть некоторые сложности по заведению денежных средств, по выведению денежных средств. Когда вы хотите поменять, предположим, денежные средства на криптовалюту, то вот эти операции, которые производятся, ну, в принципе, они сейчас являются вне законодательного поля. Почему? Потому что этого законодательного поля в России, предположим, нету. Это первое. Второе, отмечу, что есть некоторые трудности, связанные с инфраструктурой. Например, некоторые биржи взламываются, некоторые биржи исчезают. Вот. С этим тоже есть определенные проблемы. Дело в том, что та инфраструктура, которая развивалась на протяжении последних, ну, я бы сказал, последних пару лет, она, конечно же, не совсем столь надежна, как финансовая инфраструктура, которая строилась уже не первое столетие. И сейчас мы видим, как происходит некоторая консолидация финансового рынка и криптоиндустрии. Вот потихоньку криптоиндустрия, или можно сказать, финансовый сектор объединяется с криптоиндустрией. Поэтому вот один из брокеров, который входит в международную группу «Финам», разработал механизм непосредственно покупки-продажи криптовалюты через брокерский счет. То есть когда физлицо пополняет непосредственно брокерский счет, который застрахован в европейском законодательстве на 20 тысяч евро, и уже через этот брокерский счет покупает криптоактивы. Ну, соответственно, в Европе более, так скажем, либеральное законодательство с точки зрения криптовалют, оно есть там. Соответственно, человек может вывести с брокерского счета на свой криптокошелек биткоин. Вот. А вот у нас же подготавливается закон потихоньку, 25 января уже вышла демо-версия, в которой, в общем-то, были небольшие определения, и по поводу обмена биткоинов, обмена криптовалют в целом было уже что-то сказано. Что вы думаете об этом? Вдруг легализуют все-таки, тогда это будет не так сложно? Или тут именно имеется в виду, чтобы налоги не платить? Ну, я бы отметил, что тот законопроект, который сейчас предлагается, он достаточно жесткий. С точки зрения легитимности именно обменных операций в российской экономике через, ну, так подразумевается, что будет центральный посредник, ну, то, что осуществляет обычно биржа, эти посреднические операции между различными участниками. Но я не заметил там вопросов как раз по легализации именно текущих криптовалют. И я бы отметил, что над этой проблемой сейчас многие страны бьются. В том числе вот посмотреть можно на Южную Корею. Южная Корея требует от участников абсолютной прозрачности. В принципе, можно, конечно, принять тот или иной закон, те или иные правила игры, но я отмечу, что эта проблема сейчас неразрешима даже в тех странах, которые идут впереди планеты всей. Вот. Полнейшая идентификация, да, я не говорю там криптокошельков, на сегодняшний день ее даже не присутствует там в электронных кошельках, хотя наше правительство сейчас тоже заявляет о том, чтобы провести полную идентификацию всех кошельков и так далее.
Поэтому я только увидел некоторые лоббистские усилия со стороны майнеров, которым необходима легализация с точки зрения продажи криптовалют, с точки зрения обмена и купли-продажи криптовалют физлицами. Честно говоря, тот документ, который представлен, особо не дает там особых прав для легализации всего оборота криптовалют в российской экономике. Поэтому я увидел только возможность регистрации юридических лиц, которые занимаются майнингом, которые через определенных посредников продают эту криптовалюту, платят определенные налоги и, соответственно, вот таким образом легализуются. С точки зрения того, что там кто-то где-то покупает биткоины, продает их и так далее, честно говоря, документ не доработан. В общем, да, я с вами согласна, то, что обмен сейчас, он, в общем-то, никак не прописан. И как же быть, например, обычным людям с точки зрения безопасности? Сколько случаев было то, что приносит один человек другому в обменник, пускай даже в банк какой-то, значит, деньги, а другой, типа, переводит ему биткоин, и в итоге тот, который принес деньги, получает и биткоин, и деньги уносит обратно, вызывает полицию, говорит, что, значит, я квартиру тут пришел продавать, а документов нет, и все, и денег нет, и биткоины. Ну, абсолютно верно, да, таких прецедентов очень много. Другой вопрос, непонятно, для чего людям биткоин в российской экономике. Вот, если с точки зрения заработка, ну вот отмечу, что, кстати, наш холдинг в рамках российского законодательства как раз сумел, правда, для квалифицированных инвесторов предоставить возможность покупки чикагского фьючерса на биткоин. То есть если те, кто стремятся именно заработать на динамике курсов, ну, мы видели, какая была бешеная динамика в 2017 году, может быть, что-то из этого будет и в 2018, посмотрим. Как вот поступать инвесторам, которые, в общем-то, не понимают, что им делать, но денег заработать все-таки хочется? Ну, если вам хочется заработать денег, а вы не знаете, как поступить, то я думаю, наверное, стоит сначала чему-нибудь научиться. Это первое. Второе, я бы все-таки отнес бы инвестирование в криптовалюты к высокорискованным инвестициям. И более того скажу, что, конечно, получить убыток гораздо проще на таких достаточно спекулятивных инструментах, как то криптовалюты, как то ICO, которые сейчас проходят. Поэтому, конечно, это рынок, наверное, больше для искушенного инвестора, нежели чем для начинающего участника. Но другой вопрос, что сейчас очень большое количество начинающих инвесторов приходят именно на крипторынок, не заходя на финансовые рынки, не пытаясь там разместить свои средства в банковские депозиты и так далее. Сразу прямиком идут и покупают там, я не знаю, криптовалюту. Причем открытие счетов на криптобиржах гораздо-гораздо проще, нежели чем, предположим, там открыть счет у брокера. Да, то есть там удаленная идентификация везде присутствует. Ну, где-то, соответственно, конечно, российских инвесторов не любят, но в любом случае все происходит через интернет. Это говорит в первую очередь об отставании, предположим, нашей инфраструктуры в этом отношении. А я бы даже говорил бы об отставании правового поля, которое бы позволяло также легко и непринужденно открывать брокерские счета там для того, чтобы покупать российские акции по сравнению с тем, что происходит на криптобирже. Поэтому, ну, я бы все-таки начинающим инвесторам советовал бы как-то начинать с более консервативных инструментов, а потом уже ориентироваться на нечто, так скажем, более высокорискованное. Плюс ко всему отмечу, что, конечно же, вот такого тренда, который сложился там на биткоине в 2017 году, снова ожидать не стоит, пока тот объем инвестиций, который туда влился в 2017 году, его все-таки стоило бы, наверное, криптоиндустрии переварить в том или ином виде. И только в процессе легализации уже этого рынка, наверное, стоило бы как-то присоединяться. Текущие риски, они гораздо-гораздо выше, нежели чем там в 2017 году. Мы видели с вами достаточно сильную коррекцию на таких инструментах, и весьма вероятно, волатильность будет расширяться. А как вы думаете, с чем был связан рост в 2017 году? Ведь биткоин добрался до 20
тысяч долларов за штуку. Что случилось? Ну, можно говорить о том, что на рынке присутствуют, конечно, манипуляции, и при этом крипторынок этим очень сильно славится. Pump and dump разгоняют, когда котировки тех или иных активов наверх. Плюс ко всему, конечно же, очень большим стимулом для роста биткоина явился рынок ICO, то есть краудфандинг через криптовалюты, который активнейшим образом развивался в 2017 году. Инвесторы, много инвесторов было заинтересовано в том, чтобы размещать свои средства в интересные проекты. Я честно скажу, что очень было много интересных проектов. Однако, мне кажется, на текущем моменте вот этот поток интересных проектов все больше и больше замещается скам-проектами, которые не несут под собой достаточно существенного смысла, кроме как возможность что-то привлечь и исчезнуть. Либо попытаться, ну, что-то там сделать уже вне тех планов, которые изначально заявлялись. Поэтому, конечно, сейчас вот этот объем привлечения средств в ICO немного снижается, я бы так сказал. Проекты набирают все меньше объем средств. С другой стороны, мы видим появление новых проектов, вот на примере Телеграма. И, в принципе, рынок сейчас готов к тому, что он будет консолидироваться, будут появляться новые лидеры, которые будут привлекать, честно говоря, уже даже не те крохи, которые были в 2017 году, а вот как Дуров, там, по-моему, сколько он уже, порядка 4 миллиардов на pre-ICO привлек, и я думаю, что достаточно большой объем привлечет на процессе вот продажи токенов. И я думаю, что рынок, он как раз будет меняться в сторону увеличения проектов. Стоит ожидать такого качественного изменения. Очень актуальный вопрос для нынешних инвесторов. А когда будет курс опять таким же высоким, как он был? Когда? Ну, если... Здесь сложно ответить, честно скажу. Почему? Потому что, во-первых, многие участники, которые заходили на росте, сейчас ждут, когда он, так скажем, вернется к тем же максимумам для того, чтобы закрыть свои позиции. И мы сейчас видим, насколько сложно тому же самому биткоину подняться даже до 10 тысяч долларов. Хотя в прошлом году эту отметку практически вдвое перебили. Я думаю, что восхождение, обратное восхождение биткоина будет очень сложным. В принципе, вплоть до невозможности. Это первое. Второе, я бы, наверное, отметил, что инвесторы, которые покупали, они, конечно, очень терпеливые. Вот, да. Я не отношусь к таким, так скажем, участникам, но отмечу, что многие, конечно, верят, хотя фундаментальных оснований для роста биткоина, честно говоря, не присутствует. Ну, потому что это просто криптовалюта, которая может в любой момент быть заменена совершенно на другую криптовалюту. Оснований для, так скажем, кроме количества участников, которые пользуются этой криптовалютой, не присутствует. Поэтому, если на рынке вдруг возникнет новый, более интересный инструмент с большим количеством участников, ну вот тот же самый Telegram, если выпустят крипту, то здесь, наверное, может для биткоина наступить не очень хороший период времени. Но пока, на текущем моменте, все-таки альтернативы биткоину не присутствуют. И можно ожидать, в том числе через волатильность, попытки показать новые максимумы. Я бы даже говорил бы, что, ну, в принципе, на 2018 год достаточно позитивно смотрю на биткоин, как вот вход-выход в крипторынок. Пока биткоин остается за собой, оставляет первое место. Вы сказали, что, возможно, будет какая-то альтернатива. Есть ли какое-то предположение на данный момент, если ориентироваться на текущий рынок, что все-таки стоит, наверное, на втором месте и что может занять позиции биткоина в ближайшее время? Ну, вообще, в действительности, в 2017 году возможность занять первое место была у эфира. Я думаю, что в какой-то момент, ну, так скажем, летом, если бы не было принятия тех негативных, так скажем, законов, которые принимались в Китае по поводу ICO,
то по своей капитализации эфир мог бы, конечно, обогнать биткоин, и, в принципе, эфир мог бы затмить биткоин. Но на текущем моменте я отмечу, что существенных альтернатив, даже вот попытка создать альтернативу в биткоиновой группе Bitcoin Cash с переходом на эту крипту многих, так скажем, как-то евангелистов и всяких, так скажем, основателей, тех, кто поддерживали биткоин в самом начале, они переметнулись, конечно же, на Bitcoin Cash, но даже эти попытки не увенчались успехом. Поэтому я думаю, что надо ожидать все-таки заявлений на победу со стороны крупных участников, которые уже зарекомендовали. То есть я вот реально смотрю на возможность того же самого Телеграма перехватить инициативу в криптоиндустрии. И вопрос, касающийся ICO, что тему ICO мы как-то очень мало затронули. Это, наверное, какова перспектива ICO-проектов в России? Ну, я бы отметил, что, наверное, все-таки перспектива остается в мире. Почему? Потому что в России даже по тому законодательству, которое сейчас предполагается, будут достаточно жесткие ограничения. Хотя эксперименты идут, я отмечу, что ничего в этом, мне кажется, плохого нету. Мы могли бы пойти навстречу по краудфандингу в криптовалютах, привлечение средств. Единственный момент, что должен быть какой-то все-таки инструментарий конвертации этой криптовалюты в фиатные средства, либо соответствие с теми или иными инвестиционными планами и так далее. Но мы, наверное, пока еще не готовы ступить на эту тропу, я бы так сказал. Насколько я знаю, создается площадка песочница на Сколково. Ну, посмотрим, чем это, так скажем, увенчается, успехом, не успехом. Ну, а так, в принципе, могу сказать, что, наверное, проекты так и будут развиваться на тех, в тех странах, где либо государство держит статус-кво с точки зрения невмешивания в этот процесс, либо те или иные позитивные сдвиги с точки зрения законодательства делаются. Поэтому я все-таки отношусь к рынку ICO как к венчурному рынку, причем с добавлением очень большого количества скам-проектов. Но смотрим на него очень позитивно. Почему? Потому что все-таки попытки со стороны, я даже отмечу, что там даже финансовой индустрии, создать те или иные площадки без участия там банков, финансовых посредников, они продолжаются, и в принципе вот тот рынок ICO, который был там в течение 2017 года, многие из успешных проектов, которые что-то все-таки делают, они заточены и ориентируются на то, чтобы вот реализовать вот эту идею без посредничества со стороны финансового сектора, либо там других секторов. Я думаю, что, конечно, рынок ICO останется, и более того скажу, что уверен, что через несколько лет весь финансовый рынок будет использовать те механизмы, которые сейчас закладываются рынком ICO. А вот вы сказали, что наиболее интересные страны для ICO там, где государство не мешает. Это какие страны? Ну, на сегодняшний момент непосредственно по рынку ICO проблемы, мне кажется, есть в принципе во всех странах. Много команд, конечно же, сейчас те, кто проводит ICO, базируются в Сингапуре. Да? Кто-то пытается там реализовать, я бы не сказал, что непосредственно само ICO, конечно, там по криптовалютам достаточно хорошее законодательство или, так скажем, благоприятная среда — Швейцария, Япония, вот. И, в принципе, как бы команды, которые проводят ICO, им, конечно, сложно найти такую гавань, где бы их, так скажем, их бы приняли и... Не то чтобы приняли, да, вот в США тоже некоторые ICO проводят, но очень большие проблемы, связанные с законодательством с точки зрения там доказательства, что это там не финансовые инструменты там и так далее. Поэтому вот здесь с теми или иными ограничениями, в принципе, проблемы есть везде. Но где-то, так скажем, можно реализовывать, в том числе Юго-Восточной Азии остались такие островки, за исключением вот как раз Китая, сейчас в том же направлении Южная Корея двигается. Япония, в принципе, благоприятно смотрит на криптовалюты, но рынок ICO там особо, опять же, тоже не развивается. А как вы думаете,
фиат умрет, криптовалюта будет править миром? Или это просто миф и домыслы? Ну, нет, конечно. В том, я думаю, что и фиат, и криптовалюта все-таки истина где-то посередине. Да? Без возможности регулирования товарообменных операций, там, либо без проведения тех или иных эмиссий. Кстати, вот есть одна криптовалюта, в которой изначально заложена, так скажем, эмиссионная составляющая. Да? То есть непосредственно... по-моему, в Stellar, да, там инфляционная составляющая, да, эмиссионная составляющая. Вот, я отмечу, что много противоречий, конечно, содержится в этом отношении, но развитие в чистом виде криптовалюты без центрального регулирования, ну, со стороны Центробанка, невозможно однозначно. Пока, так скажем, мы видим, что криптовалюты все-таки паразитируют на экономиках, я имею в виду, в первую очередь, на там, где происходит регулирование, там, где есть центробанки, там, где есть экономика. Все-таки еще нету ни одного государства, где бы, которое бы было создано на криптовалюте. То есть надо подождать, конечно же, может быть, кто-то попытается это реализовать, но как таковая анархия, вот эта идея анархии на криптовалюте, она пока еще не состоятельна. То есть мы видим попытки подменить собой те же самые органы со стороны вот, как-то, блокчейн-технологии распределенного реестра. Но пока именно самоорганизации с точки зрения вот, механизма криптовалют пока мы не видим в экономиках. Я думаю, что в любом случае истина будет где-то посередине. Спасибо вам большое за интервью. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И с вами была Екатерина и наш очень интересный собеседник. Спасибо.